Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем все-таки эту игру проходить мы, но только уже не сам основное задание, а ДЛС. А что, не могу я начать ее, что ли? А вот, нормально. Чуть думаю, что я навожу, а никак не попадаю. Конец станции, но при этом, если не ошибаюсь, тут мы будем ездить на машине. Ну что, господа, начинаем. Они скоро будут здесь. Нужно собираться и уезжать. Фига, большой он такой. Вот, да. Еще жив. Ёпты мой. А куда бежать-то мне надо, не понимаю я. Есть кто-нибудь живой? Орден пришествия. Наша страна прошла через множество решений, как уверится. Правительство по причинам враждебных вторжений извне. Однако есть враждебно того, почему мы с вами живы. До грядущие испытания ответит вам Римус Виц. Глава нашей школы для испытания нашей веры, ибо для этого и пришли наши спасители, чтобы создать новый мир на основе новой веры. Ё-моё, вот это терминаторы какие-то. Ух, ёпт. Фантастические символы новой веры. Римус Вит. Странное. Простите, Джек. Ты дома? Передача данных 100%. Да ё-моё. Ёпты, батя. Наполни меня, Павла. Я не был готов к этому. На самом деле. Но мы умеем и очень нравится бегать задом. А, мне надо... Воду мы подобрали, да? Гарри, ты дома? Еда есть. О, здорово. О, слава богу, ты еще жив. Какого черта там происходит? Они вернулись. И нам пора делать ноги. Ты со мной? А что, могу еще не взять его, что ли? Что за тупость какая-то непонятная, блин, не понимаю. Так, теперь бензин нам надо, да? И что это за знак был? Так, страница 10. Отталкиваясь от этих факторов, я стараюсь свое предложение, что участники совета лишь подставные лица. Зная намерения, планы Вермонда Уита. Предполагаю, что у него должно быть серьезные причины, чтобы скрывать их настоящие имен. Скрывать настоящих имен. Это тревожит меня больше всего, кто эти люди, если ради них самому Вермонду Уиту пришлось пройти на обман. Морган. Это что, он пролезший получается? Так, нифига себе. Компьютерный, который передали. Даже есть полиция нагрянет заплавой в квартире, они ничего не найдут. ДК. Все данные хранятся у нас на севере. Неплохое придумал сейчас. Передам шефу и спроси насчет прибавки. Чуть туда до конца не дошел здесь. Что за планы какие-то? А, вот и вода. Ну что, поехали.
Можно отправляться. Тачка прикольная. Извините за такое у меня. Так. Здорово. Крафт. Не могу скрафтить. Патроны тоже не могу скрафтить. Лечение. 50 point. Не думаю, что нас туда пустят. Бриджи ничего нет. Что с остальными? Кто-нибудь из соседей выжил? Не думаю. Видел труп Моргана. Твою мать. А сектанту сверху? Не видел ни мертвых, ни живых. Думаешь, они знали заранее и ушли? Не пари чушь. Главное, что мы сами выжили. Живы, точнее. Не знаю, насколько эта серия будет у меня продлеваться. Это DLC. DLC. О, найду и двигаться дальше. Ой, сюда могу. Так, есть кто-нибудь дома? Странно. Так, ты можешь выиграть хотя бы холодильник? Нам негде хранить чертову еду. О, мужики, здорово. Может, договоримся, а? Ладно, пока пойду вниз. Так, стол для покера. Холодильник, плита, диван, кровать, семья Джонс, тумба X2, шкаф X2. Безалкогольная бутылка пива, что ли? А такого не было. Нифига, он еще ползает, блин. Что-то новое. Что-то новенькое и опасненькое. Эй, а как ты это сделал-то? Так, что-то мы подобрали. Понятное дело, уходим отсюда. Кто-то улетает. Неосторожная. Блин, чё я иду вперед-то случайно? Ёб твою мать, он победил меня. У меня 4 патрона. Как он так победил меня? Снова. Дорога обвалилась, черт. Ну и вонь. Блин, хелл мало. О, топливо. Да ёб твою мать, чё так хелл-то мало? Блин, хелл-то мало.
А, все, с этой стороны больше ничего нет, да? Так, топливо мы нашли. И хелп мне очень мало. Найду и двигаться дальше. Что найду? О. Так. Есть, готов. Надо так аккуратно делать. Так. Еда есть, замечательно. Здорово, мужик, блин. Есть. Это какие-то новые хитруги. Хелф-то очень мало. Текущий сеанс. Возвращение стражи 2. Последний бой. Драма фантастика, режиссер Алан Крид. Понятненько. Так, мужики, здорово. Хорошо, справились. Оп, здорово. Сэр, простите. Что? А как ты тут спрятался-то? Возите меня с собой. А куда я помещу его? Прошу вас. Мне не выбраться отсюда одному. И что, меняется? Я что-то не понимаю. Как это вообще делается? Я кидаю его, а эту беру себе, что ли? Я что-то не понимаю, как тут работает. И я могу 4 человека с собой возить. О, вот да. Все, все готово. Поехали. Меня зовут Джесси. Питер. Звать пока ничего не могу. Спасибо вам. Я уже не мечтал, что кто-то что там. Сейчас каждый сам за себя. Так, слушай сюда, Джесси. Не тешь свои себе иллюзиями. И тут не для спасения людей. А если ты не умеешь делать аптечки или патроны, то дальше в следующий город ты не уедешь. Да, дальше в следующий город. Я понятно объясняю? Да, сэр. Вот и отлично. Все. Поехали. Так, хорошо, ну давай прогуляемся так. Сперва, чё там? Опа, здорово. Ничего больше нету. О, пистолетик. Так, еда. Прибыла новая партия электрома.
Адам, как обычно, выделяет нам какие-то отгрызки вместо чистого электрума. Он хочет, чтобы исследования проводились или копались в мусорке. Скажи ему что-нибудь наконец-то. Не хочешь работать по-хорошему, если и больше перспективы исследований для нас. Понятно. А пистолетик непростой. Хелов очень мало, нужна аптечка. Есть новость. Здравствуйте, Адам. Вас удалось получить несколько новых состояний электрума. Помещение его под воздействием фантонного излучателя Германа. Но боюсь, пока нам не удалось найти ни один закономерность в его измерениях. Задача была усилить действие кристалла, все остальное мне неинтересно. Я понимаю, но мы не можем так быстро найти единое решение. Жаль, что ты не понял, насколько все серьезно. Еще один день, и если результата нет, все, уволены. Понятно. Ну а давайте аптечку воспользуемся на всякий случай, баню. Все. Понятно, тут вниз теперь. Что это за говно, блин? Что это, блядь? Что это, блядь, было? Простите. Мужики, здорово. До свидания, мужики. Комментарий к руководству по эксплуатации. Прошу обратить внимание на следующие особенности. По имеющей сведения, равномерное извлечение энергии из кристаллов достаточно безопасно. Например, используйте кристалл в ристоле. Однако резко и одновременно попытки извлечь энергию могут вызвать нестабильность. Прошу уведомить кузнеца и его инженера. Отчет. Первый фонтанный излучатель Германа действует на электрум. Непредсказуемо создает каждый раз совершенно новую связь. Исключено пока составляет только импульс от 420 кВ, который разрушает связь часть электрума. Бесконечный двигатель, что хотят создать, я не понимаю. Так, подопытный с полностью совместностью оказался меньше, чем мы ожидали. Отправьте всех, у кого коэффициент ниже 7, в L-бункер. Всех, у кого выше, заберите себе. Сейчас, но посещение еще не началось, и мы даже не знаем, начнется ли оно вообще. Мне нет дела до посещения, забирайте их в бункер и закрывайте его. Жду первого результата опытов через неделю. Ёб твою мать здесь. А, тут можно ударить, хорошо, замечательно. Так, тут больше ничего нет. Так, секундочку, давайте. О, а,
Анкета 284. Имя Генри Виллоу. Возраст 3-4 года. IQ 122, я так понимаю. Общее состояние 6-10. Совместно для теста 10-10. Уровень вовлечения 6-10. Примечание. Требует переезд. Анкета 251. Имя Роджер Гейнайт. Возраст 43 года, IQ 142, общее состояние 70, совместно для теста 80, уровень вовлечения 2 из 10. Ну, короче, понятно все здесь. Примечание, беременная. О, она беременная. 32 года, молодчина. А тут никого нету, ну ладно. Зона только странная здесь. Не наверх надо. Как тут так? Офис шефа должно быть здесь, да? Вот черт. Питер, это ты? Привет, шеф. Что ты тут забыл? Убежище пытаюсь попасть. А, убежище? Что? Нет ничего. Инженерия. Общительность. Медицина у него мало. Зато он может патроны сделать мне. Опа, здорово. Мне еда нужна. О, 40 баксов. Вот и водичка. Замечательно. Ну все, скорее всего, я думаю, сохранить так же, как с поездом было. А, этот пошел. Тихо. Не трожь меня. О, здорово. Ну, сбитые, не особо страшны они. На самом деле, как думается. Так. Я дежурю сегодня ночью, постараюсь спрятать самый крупный кусочек электрома на складе между коробок. Твоя задача забрать его оттуда и незаметно вывести. Встретимся у Мартина и будем искать покупателя. Понятно, я нашел. Я твой электрон нашел. Очень мало. О, патрончики. Так, я должен быть уже рядом. С чем рядом-то? А, понятно дело. Дед сломался. Твою мать. Хоть что-то она закрыта. Какого там это? Короче, понятно. Уезжаем отсюда, нафиг тут делать нечего. Поехали. Можно отправляться, замечательно просто. Только тут Хелми труднее. Так, крафт. Таблеток мне не хватает одной штуки, блин. Так, порох, металлолом. Тут не надо, знаешь, создаем себе патрончики. Так, не хочу разговаривать сейчас. Но куда мы едем?
меня лечит, да, я так понимаю. Ну ладно, погнали. Сейчас посмотрим, если полный хелп, замечательно. Да. Хорошо, мы уже увидимся здесь в следующей серии. Всем удачи, всем спасибо, кто был. И удачи вам еще раз.